Вітаю, ви дивитесь ОТБ. В студії працює Ольга Шевченко і це програма «Тема дня». За останніми повідомленнями, кількість внутрішніх переселенців з Донбасу в Україні сягнула цифри у 520 тисяч. Тільки в Харківській області знайшли прихисток близько 120 тисяч вимушених переселенців. Розв'язати низку питань з розміщенням, реєстрацією, матеріальною підтримкою нужденних державі, певно, самі би не вдалося, якби не допомога волонтерів, благодійників, звичайних пересічних харків'ян, громадян і, звичайно ж, представників міжнародного руху Червоного Хреста. І сьогодні до нашої студії завітав голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров. Рада вітати вас, пане Костянтине, в нашій студії. Сьогодні надходить чимало інформації про участь Міжнародного товариства Червоного Хреста у різних гуманітарних акціях. Та йдеться, я так розумію, про різні підрозділи. Є серед них і міжнародні, і національні, і обласні, ось як ваша організація. Як взагалі влаштовано міжнародний рух Червоного Хреста і чи градується якимсь чином коло діяльності, коло обов'язків у зв'язку з тим, що це за організація? Да, Ольга, совершенно верно. Три основные составляющие движения Красного Креста в целом в мире. Это Международный комитет Красного Креста, это Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, и это национальное общество, такое как Украинское общество Красного Креста Украины. Международный комитет Красного Креста, функции его – это участие непосредственно в ситуациях боевых действий. И существует определенный мандат, в котором Международный комитет принимает участие. И в настоящий момент с февраля месяца, с начала этого года, открыто представительство в Киеве, в частности, и в Харькове. Также Международный комитет занимается имплементацией международного гуманитарного права, защитой символики Красного Креста и обучением населения, обучением инструкторов, тренеров, приемом оказания первой доврачебной помощи. Это, собственно, основные функции Международного комитета. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца регулирует отношения между обществами. Вот, собственно, основная задача. И национальные общества, такие как Красный Крест Украины, и региональные представительства, такие как Харьковская областная организация, занимаются на местах выполнением своих уставных задач. В соответствии с принципами международными движения, они едины для всех участников этого движения. Отже, какие уставные задания выполняет Харьковская областная организация, на каких направлениях сконцентрована деятельность организации у Харьковской области? Я так понимаю, чи может работа ця выходить за межи Харьковщины? Да, на сегодняшний день, собственно, как и ежегодно, наши патронажные медсестры оказывают помощь одиноким престарелым людям пожилого возраста, которые находятся в городе Харькове, в Харьковской области. И медсестры прикреплены ко всем административным районам. И на сегодняшний день около 3000 подопечных обслуживает патронажная служба медсестер. Это означает, это не сиделки, это означает, что до 7 посещений в день в плане у медицинской сестры. Якщо можна детальніше тут зупинитися, хто може розраховувати на підтримку патронажних сестер від Червоного Хреста? Тобто це звідки має, від кого має виходити ініціатива? Самі люди нужденні, там старенькі, мають звернутися по допомогу? Чи якісь соціальні служби працюють, якось комутують? Тобто таких людей, які нужденні, і представників Червоного Хреста? По-разному буває. Якщо людина в стані самостійно звернутися, значит, мы по мере силы возможностей, если существуют часы свободные для посещения, тогда на районном уровне этот вопрос решается. Социальные службы, конечно, мы сотрудничаем со всеми, и с городскими, и с областными структурами социальными, поэтому информация может и таким образом попадать. Могут просто соседи обратиться. Тоже бывает так, что одинокий человек, и, собственно, нужен уход и выполнение каких-то минимальных, какой-то минимальной помощи, в том числе и назначение врача участкового, например, тоже выполняют.
На районному рівні, сказали ви, вирішується питання, але чи в усіх районах міста і області сьогодні є представництво Червоного Хреста? Практически во всех. В городе Харькове есть во всех 9 районах. Что касается Харьковской области, по-разному. Есть текучесть кадров определенная, поэтому на настоящий момент практически во всех. То есть есть 2 района, в которых не было. Довольно длительное время мы не могли подобрать сотрудника. На сегодняшний день уже люди проходят какую-то подготовку и я думаю, що залишаться в Красному Хресті. Зрозуміло. Ну і по іншим пунктам, напрямкам діяльності організації, переселенці, навчання першій допомозі, захист символіки. На кожному з цих пунктів хотілося б зупинитися і детальніше дізнатися більше. Угу. Переселенці, яку на сьогодні роботу проводить ваша організація? Якщо говорити в цілому, дивитися на 2014 год, наверное, эффективная помощь началась с горячей линии, которую нам предложено было администрацией организовать. И она работала, собственно, до момента организации рабочей линии государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Администрация запропонувала организовать такую линию. Организация вашего представительства, чи йдеться про державную областную администрацию? Державная областная администрация. Харьковская областная, да. Державная. И работала, функционировала эта горячая линия активно до момента создания службы при государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Вот таким образом. То есть это достаточно быстро произошло. И после этого члены отряда первой помощи, я о них скажу, которые курировали и занимались этой линией, собственно, они и продолжают это делать, только уже в более таком режиме, несколько в другом, так скажем. То есть Червоний Хрест першими взяли на себе все це навантаження, тобто відкрилася ця лінія телефонна, і, певно, головний потік всіх нужденних прийшовся саме на працівників, на штаби Червоного Хреста. Як відбувалося це тоді, коли тільки починалося, як відбувається сьогодні, чи відрізняється вид допомоги переселенцям, що змінилося за цей час? Змінилося навантаження, тенденції, чи все так воно і залишається? Я би хотів сказати о тому, що за останні 6 місяців, мабуть, так, около 6 місяців, 5,5-6, тільки через офіс обласної організації Новгородська 4 допомогою той чи іншою обезпечена почти 50 тысяч обращений. Почему я говорю не человек, а обращений? Потому что мы считаем, что порядка 30-35% это повторные обращения. И на сегодняшний день, повторные были, точнее так, на середину лета, на сегодняшний день люди обращаются значительно чаще, одни и те же. Но по количеству обращений почти 50 тысяч. Вот таким образом. С чим звертається? Яку допомогу доводилося надавати найчастіше? Там, матеріальна допомога, ну я маю на увазі, це матеріальна, це, певно, можливо, теплий одяг, харчі, там, ліки, чи якісь консультації, чи відновлення документів, що саме? Вопроси були самі різні, якщо говорити о гарячій лінії. Восстановление документов, вопросы переезда, перемещения какого-то бизнеса, и такие вопросы были. То есть, ну, самые разные вопросы жизнедеятельности человека. Что касается достаточно большого количества людей, которые начали приезжать из соседних областей в нашу область, когда началось активно это движение, мы помним, собственно, тогда не были еще, не вошли в тот режим, в котором сегодня международные структуры, с которыми мы тесно сотрудничаем сегодня, гуманитарные, я имею в виду. И первая такая серьезная помощь была от харьковчан, которые просто тогда имели возможности, сегодня уже это сложнее, тогда имели возможности какие-то ресурсы, тогда они просто привозили там 10 мешков капусты, там 3 ящика масла подсолнечного и так далее. И наши сотрудники формировали какие-то пакеты продовольственные, более или менее одинаковые, чтобы как-то распределить эту помощь, с тем, чтобы можно было ее выдать на следующий день. Вот это как бы было начало весной. Затем начали подключаться большее количество людей, подключились компании, которые, может быть, вы помните, повесили около 40 бигбордов, изготовили их за свои деньги, разместили в таких местах города Харькова,
которых хорошо это видно. И, собственно, помощь пошла от харьковчан очень эффективно. И огромное количество людей получили ее. То есть первое это была еда на начальном этапе, потому что было тепло, был конец весны, лето затем жаркое. И на первом плане была еда. Еда и средства гигиены. Самые различные, памперсы и так далее. А помогали по-разному. От молодого человека, который приехал на велосипеде и привез остатки, не остатки, точнее, а то, что осталось неиспользованным детское питание, две баночки. Ну, как бы то, что он мог. И это, естественно, нужно было, потому что очень много детей, много многодетных семей, много было и с грудными детьми, разные. Максимальное количество людей на середину лета в день, это было около 1000 человек, которые собрались непосредственно в одном месте входа в областную организацию. Поэтому мы начали каким-то образом регулировать эти процессы, потому что невозможно 6-7 сотрудникам, находящимся на месте постоянно, принять, выслушать, оформить документы и оказать помощь. Просто это физически невозможно. Поэтому мы начали регулировать этот вопрос выдачи талонов на получение помощи. Таким образом, если запланировано, грубо говоря, на 20 число 50 человек. Вот они знают, что они придут и точно без, как говорится, без толчии получат какую-либо помощь. Но эта помощь не однородна постоянно. Сегодня есть консервы, завтра есть что-то, какая-то одежда. Но одежда, в общем-то, все время есть. К этому у нас стояло 3 палатки, сейчас 1 палатка стоит. И одежда есть постоянно. Ну вот, как-то так. Доволі обмежена кількість працівників. Я так розумію, ось ви наразі сказали, що 6 працівників. І доволі складно їм працювати з такою кількістю відвідувачів. Можливість для розширення штату, для поповнення, можливо, там волонтерами, вже немає організації. Я хочу сказати, що ми говорили з вами, Ольга, о том количестве людей, которые получили помощь в офисе областной организации. Но у нас ведь есть и районные организации, в которые тоже люди обращаются, и на них тоже большая нагрузка. И на те, которые находятся в районах города Харькова и в Харьковской области. Поэтому мы можем говорить о цифрах по каждому району, но это займет очень много времени. То есть основную цифру я назвал, в общем-то, она минимально по количеству обращений. Это что касается сотрудников Красного Креста. Что касается волонтеров. Знаете, вот 10 лет я работаю в Красном Кресте. Мы декларировали всегда правила, декларировали как бы принципы Красного Креста. И все это было как бы в теории. На сегодняшний день мы на практике ощущаем и определенное недоверие определенного количества людей. Это сложность, недоверие к тем людям, которые на самом деле искренне и от души оказывают помощь. Что касается волонтерства и первой помощи. В начале этого года был создан отряд первой помощи из волонтеров, самомотивированных, очень образованных, интересных людей, людей разных профессий. И этот отряд вот в такой форме, вот в таких куртках оказывал помощь в наших, так скажем, весенних неприятностях, которые у нас были, оказывая помощь абсолютно нейтрально в соответствии с массові заходи, які відбувались на центральних майданах, і нерідко це люди професіонально підготовлені нами, які пройшли серйозний курс по оказанню першої доврачебної допомоги, которые имеют при себе хорошую аптечку правильную, которые могут и забинтовать, и перенести человека, и оказать помощь профессионально. Я не буду все моменты перечислять. Вот это волонтеры, которые составляют отряд. Волонтеры, которые оказывают помощь в помощи тем гражданам, которые обращаются к нам из соседних областей Украины. Да, такие волонтеры находятся и из числа самих переселенцев. Есть такие люди.
И опять же, в этом отношении мы базируемся на помощь отряда, как в приеме гуманитарной помощи, так и в транспортировании каких-либо грузов, которыми мы имели возможность помочь нашим соседям в Луганской и Донецкой области. С нашими партнерами, это несколько, точнее так, это один фонд, несколько благотворительных организаций в городе Харькове, с которыми мы вместе это делали в соседней области. Это тоже сопровождение отряда в те регионы, как бы неспокойные, для оказания помощи тем людям, которым совсем тяжело. Вот будем говорить так, патронажная служба работает в Харьковской области, в городе Харькове, и по сравнению с теми стариками, одинокими, которые находятся в зоне, или рядом, точнее, с зоной конфликта, ну, тем намного сложнее реально. Поэтому мы по мере сил и возможностей помогали и будем помогать нашим коллегам оказывать помощь там. Колеги, это волонтерство. Ваші колеги, тобто представники Червоного Хреста, сьогодні залишаються в зоні проведення або біля зони проведення бойових дій і працюють. Так, я розумію, ви допомагаєте. Тобто сьогодні Червоний Хрест діє і там, де небезпечно. Тяжело їм дуже. Дуже тяжело. Тому що не секрет в тому, що нет обеспечения, нет пенсії, нет зарплат вовремя, нет, ну, как бы... Зрештою, це іноді просто небезпечно для життя. Да. Стріляють, і вибухи лунають. Якщо ви знаєте, якщо говорити о Донецьку, допустим, погиб сотрудник міжнародного комітету літом. Трагедія для всього движення нашого. На інших напрямках роботи також хотіли сфокусувати увагу. Навчання першій допомозі. Ось ви говорили, що вона була дуже доцільною, ця перша допомога під час тих бурхливих подій, що переживав наш регіон навесні. Сьогодні така робота проводиться. З ким проводиться така робота? І чи змінилися напрямки? Бачила я об'яви, що сьогодні і проводяться якісь тренінги, як поводитися під час вибухів, під час якихось терористичних актів громадському населенню. Так, тобто переорієнтувалися, чи така робота ведеться паралельно? Ми це робили постійно, обучали людей першої до врачебної допомоги. Ну, як би, знаєте, багато не розуміли, для чого це потрібно. А это нужно в любой ситуации жизнедеятельности. И многие просто в этом году поняли, что на самом деле это очень серьезное дело, и нужно к этому относиться серьезно. Потому что если ты владеешь элементарными приемами, то ты более надежный партнер в жизни просто. На тебя можно положиться, так скажем. Поэтому мы проводим курс обучения по 12-часовой сертифицированной программе Международным комитетом Красного Креста. Эта программа обновляется один раз в 3-4 года, и это самые современные подходы к оказанию первой доврачебной помощи. Я подчеркиваю, доврачебной помощи, потому что возле каждого человека невозможно разместить врача, реаниматолога и так далее, и тому подобное. Поэтому помоги себе сам, помоги другому человеку, и при этом не навреди себе. Это тоже очень важно. Поэтому мы этому учим профессионально. И в этом году, я подчеркиваю, 12-часовую программу прошли чуть больше 1000 человек. Казалось бы, 1000, вроде бы на фоне тех цифр, которые фигурируют сегодня в пространстве, вроде бы мало. И на фоне тех подій, які переживаємо сьогодні. Вроде бы мало. А с другой стороны, это 1000 человек, которые прошли обучение, получили сертификат и прошли именно 12-часовую программу. Это очень серьезный курс. По укороченной программе это около 5000 человек. То есть это обзорно, порядка 3 часов. Какие-то те моменты, на которых просила группа сориентировать инструктора. Вот так скажем. Это подход к пострадавшим, это сердечно-легочная реанимация. Ну, основные моменты. Кровотечение. Окрім цього, ваші інструктори, певно, надають якусь консультативну допомогу щодо підтримки психологічної тих самих же переселенців, або тих, хто, можливо,
ну, вже перебуває сьогодні у такому стресовому стані, начувшись про те, що там чи там відбуваються доволі регулярно якісь теракти, вибухи. Сьогодні суспільство потребує такої допомоги, і чи може вона отримати її від ваших працівників? Я вам скажу, що волі-неволі кожен сотрудник і ті волонтери, які з нами достатньо давно, які пропитані духом движення Красного Креста, они волей-неволей оказываются психологами, даже не имея профессиональной подготовки. Ну, скажу ей также, что за это время обращались с предложением о помощи несколько организаций, объединений психологов, которые предлагали эту помощь, и мы ее всегда, как бы, конечно, да, приходите, помогайте. Просто если 300 человек стоит на улице и они вынуждены стоять в очереди какое-то время, им нужна помощь, потому что они уже набегались, они уже где-то настрадались, и в конце концов они просто стоят на улице и жарко. Поэтому вот в таком ключе, да. Знову таки, якщо хтось хоче отримати таку от, ну, базову освіту з надання першої домедичної допомоги або якусь психологічну консультацію отримати, підтримку, чи знайомі, ось як там у випадку там зі старенькими ви говорили, що іноді звертаються і сусіди, то тут люди можуть, якщо хочуть навчитися, вони мають прийти до офісу Товариства Червоного Хреста. Вся інформація є в інтернеті. Займається цим наш сотрудник Владислав Васильцов. Поэтому он формирует группы, пожалуйста. Ограничений нет. Нагрузка колоссальная была в этом отношении на инструкторов весна-лето. Сейчас чуть меньше людей по каким-то причинам. Поэтому есть такая возможность, пожалуйста. Зрозуміло. Щодо захисту символіки, на цьому також ви робили на початку нашої розмови акцент. Чому символіка Товариства Червоного Хреста сьогодні потребує захисту? Хто на неї якось там зазіхає? Які ризики, яка загроза існує? Ми дуже сподіваємося, що це, в общем-то, із-за непонимання основних самої історії Красного Хреста. Собственно, хрест сам состоїть із 5 квадратів, один по центру і 4 по краям. Такі пропорції. І это не случайно, нужно этого придерживаться, потому что этот символ выполняет функцию защитную и опознавательную. То есть защитная функция, если этот символ расположен, допустим, крупным планом на крыше здания, значит, там это означает, что там нет вооруженных людей. Туда нельзя стрелять, так же, как и на транспорте. И это должен понять любой человек. Если наш соотечественник попадает в другую страну, и там начинается, ну, скажем так, ураган, например, он должен понимать, куда ему обратиться. Если он видит этот символ, он понимает, что там он получит помощь, а не ремонт бытовых приборов, к примеру, или еще что-нибудь. Ну, к примеру. Он не должен быть дезориентирован. Поэтому, не говоря уже о перемещении каких-то средств вооружений или двойного назначения каких-то предметов, то есть под этим символом нельзя этого делать. Также Красный Крест и движение в целом аполитично. И если этот символ используется какой-либо из сторон, эта аполитичность размывается в результате сознания людей, отношения людей. И тогда этот символ утрачивает защитную функцию. А любой человек, кем бы он ни был сегодня, он может оказаться в ситуации сложной. Он должен хоть на что-то надеяться в этом плане. Поэтому нельзя этого делать. Чи були такі випадки, вам доводилося зустрічатися, що ось останнім часом, можливо, хтось використовував саме символику Червоного Хреста для якихось таких не дуже правомірних дій? Перевезення тієї самої зброї або щось інше? По переміщенню вооруження мені такі епізоди неізвісні. Що стосується використання у нас, в нашому регіоні, зрозуміло, що ми звертаємося к огромному кількості аптек в аптечных сетях, что не имеете вы права, ребята, этого делать. Почитайте закон Украины, Женевские конвенции. Вы нарушаете и то, и другое. Это первое. Второе. Появилось довольно много в этом году количество транспортных средств, на которые разместили символику
разных пропорций и в силу каких-то своих убеждений. Я не комментирую их, они могут быть, эти убеждения, самыми благими намерениями, но не имеете вы права использовать этот символ. Если этот символ на автомобиле размещен, значит, там находится сотрудник Красного Креста, это автомобиль Красного Креста, точка. Как альтернатива. Именно поэтому, простите, Ольга, так. Именно поэтому, если вы обратили внимание, на автомобилях скорой помощи, куда, казалось бы, серьезней, да, на автомобилях скорой помощи другой символ. Это в соответствии с законом Украины. Поэтому размещение на личных автомобилях. И есть такие примеры, конечно. Шкода Октавия черного цвета ездит по городу без заднего номера, без номерного знака и чувствует себя великолепно, ну, не понимая, как он подводит людей. Певно, на це мають відповідним чином якось реагувати правоохоронні структури. Конечно. І певно, маєте і ви також звертатися до них згідно з, ну, з буквою закону. Я хочу сказать, что наш юрист, он член правления Красного Креста Украины, Олег Михайлов, он подготовил статью, которая скоро будет размещена в Истнике прокуратуры Украины с полным разъяснением уже к закону по этому вопросу, серьезнейшему, который как никогда актуален в этом году, в это время. Будемо сподіватися, що всі крапки над «і» будуть розставлені, закон буде дотримано і зрештою буде мир в нашій країні, на мирне майбуття сподіваємося. Дуже дякую, що завітали сьогодні до нашої студії, розповіли про роботу вашого відомства. І хочу нашим глядачам також подякувати, сказати, що ви дивилися програму «Тема дня», гостем якої сьогодні був голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров. Міра всім нам.